В 11 выпуске шоу «Холостяк» 6 сезона состоялось индивидуальное свидание Егора и Виктории Коротковой, которое подготовила сама девушка. Девушка хотела максимально удивить холостяка, и ей это удалось. Девушка решилась на смелый шаг – набить на теле слова, изображенные на картине, которую Егор подарил ей в Барселоне на первом свидании. При этом Короткова попросила Егора выступить в роли тату-мастера. Под чутким руководством гуру в этой сфере Ани Дорбицкой, Крит выполнил просьбу Вики. По крайней мере, так показали телезрителям. На самом деле, тату Виктории Коротковой набила мастер. Об этом Дорбицкая рассказала в своем микроблоге в Instagram. Девушка опубликовала в сторис скрин эфира и посетовала на чудеса монтажа. Правда, спустя некоторое время пост был удален. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!